В воскресенье состоялся 12-й тур зимнего первенства района по футболу. В 12-м туре прошло два матча. Бличи Псинца Сроку 4-8, Гирхай 1, Дружба 7-4. Игра между командами Кашихабли Юность перенесена. Матч Интер Егирухай 2 не состоялся из-за неявки егирухайцев, которым засчитано техническое поражение. Турнирную таблицу по-прежнему возглавляют Кашихабль и Сосрука, набравшие по 28 очков. Третье место занимает команда Нур с 25 очками. Список бомбардиров возглавляют Аслан Пиштиков, забивший 28 голов, и Аслан Идыгов с 24 голами. 4 и 5 февраля в городе Майкопе прошли соревнования среди школьников по программе «Мини-футбол в школу». В возрастной группе 2001-2002 годов рождения наши юные футболисты заняли первое место и получили право выступить в Южном федеральном округе в городе Ейске. Старшая группа заняла второе место. По итогам турнира у наших юных футболистов 3 вторых и 1 первое место в республике.